Пенсионеры из Кандалакши обвиняют в убийстве супруги на почве бытового конфликта. Мужчина расправился с женой и попытался выставить все как несчастный случай. 60-летний мужчина и его жена находились в квартире, где между супругами произошел скандал. Причины рокового конфликта неизвестны. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине несколько ударов по лицу, после чего схватил ее за голову и стал удерживать в ванне с водой до того момента, пока та не перестала подавать признаков жизни. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина раздел жену и оставил в ванной, тем самым стараясь инсценировать несчастный случай. А также выдвинул свою версию произошедшего, чтобы ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов. Однако благодаря оперативной работе Следственного комитета и следователей-криминалистов удалось в кратчайшие сроки восстановить истинную картину событий. Преследуется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации убийство. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Уже назначены необходимые судебные экспертизы и проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.